себе, что у нас есть любой треугольник. И в нем рассмотрели ситуацию. Задача М734. Разумеется, мы можем спроецировать эту точку на эти два отрезка. Получится что-то такое, правильно? Согласны? Или нет? Вот любой треугольник, вот эта вот точка, вот давайте это обозначим. Докажите, что АВ это средняя арифметическая отрезков АВ и АС. Когда средняя арифметическая меньше обоих слагаемых. Когда вас учат в школе, что там средняя арифметическая заключена между чем? Ну, да, балку, да. А в геометрии не всегда. Чертеж кривой. Что ты сказал? Чертеж кривой. Средняя надо уметь брать. Профессионал берет среднее, то... Мы продаем или покупаем? В данном случае взяли два больших числа и считали среднее, оказалось меньше, чем опытное. Я все хорошо несу. Идеально все несу. Вот вспомните, что это на самом деле геометрическая классика. А, то есть вы думаете, что основание капилляра упадет дальше, чем точка С, да? Ну, не подозреваю. Смотрите, так как у нас вот это вот бисектрисы, то... так, вот это С. Вообще, вам видно, почему черт учёт? Надеюсь, что да. У нас ПМ равняется МС, потому что эти пути... Конечно. Хорошо? Так, ну давайте вот это добавим. П, вот это вот, и П'. Вот, МП у нас равняется МП'. Просто из-за того, что там у нас МП это АМ на синусах, а МП' это тоже АМ на синусах. Ну, или потому что точно бисектрисе равно длине сразу. МП равняется МП'. Вот. То есть у вас тоже точка П попала на отрезок АБ. П, да, а пошли. Хорошо. Надо сказать, что треугольники ПМБ и П'МС конкуренты по качеству не втянуть. Конкуренты, да. Конкуренты. Нет, я хочу вот это все-таки. Да, так это оно и есть. Смотрите, 2 АП да. Равняется АП плюс АП'. Равняется АС плюс АБ. Вот. Спасибо. Ну, а все это вы возбудительным образом заявили, что просто они с разных сторон, да? Да. Точка П ближе к А, а точка П' дальше, чем точка С. С одной стороны, это, конечно, правда. Но с другой стороны, ребята, когда есть такая картинка, всегда хочется еще немножко посмотреть, нет ли там чего интересного. Смотрите, мы же можем при помощи тригонометрии посчитать, чему равны длины отрезков АП, АВ, АС. Рассказываю. Сторона треугольника это есть диаметр описанной окружности умножить на синус. Это так называемая теорема синусов. Отлично. Что такое АС? Значит, то, что здесь справа написано, это, знаете, это не что иное, как R умножить на сумму синусов.
А. Это нужно взять отрезок АМ и умножить на синус угла альфа пол. АП? Косинус альфа пол. Косинус, спасибо. Нужно взять АМ умножить на косинус альфа пол. Ну, давайте пока я так напишу. АМ умножить на косинус альфа пол. Но как найти АМ? Это очень просто. Если вы увидите здесь гамма, а здесь альфа пополам, то по той же самой теореме синусов АМ это 2R. На что умножить? На синус гамма плюс альфа пополам. Давайте я это сюда подставлю. И у меня получится, ну и на этом еще, такое равенство. 2 синус гамма плюс альфа пополам. Косинус альфа пополам. Это есть сумма синусов гамма и бета. Так, единственная проблема. Здесь у меня есть альфа, а здесь только гамма и бета. Давайте подумаем, как альфа выражается через гамму и бета. Очень легко. Альфа – это 180 градусов минус гамма и минус бета. Значит, альфа пополам – это 90 минус половина этого. И значит, косинус альфа пополам – это на самом деле синус бета плюс гамма пополам. Хорошо. А здесь? Что такое гамма плюс альфа пополам? Это надо к величине гамма прибавить 90 градусов и вычесть эту полную сумму. То есть на самом деле это надо из 90 градусов вычесть бета минус гамма пополам. Соответственно, синус от этой величины это на самом деле косинус бета минус гамма пополам. Ну, господа, вообще-то это известная из тригонометрии формула. Сумма синусов двух углов – это синус их среднего арифметического умножить на косинус их полуразности, то еще умножить на двух. Таким образом, вот эта формула АВ равняется АВ плюс АЦ пополам. Это в точности сумма синусов. Понятно? Сумма, формула про сумму синусов в тригонометрии, это в точности вот эта штука. Отлично.